Это Денон, это ну вот он, ну, не наш. Плеер можно хоть какой, хоть, да? Какой, конечно. Тут никакой маджики нету. 450 плюс 750. Усилитель, да? 750, да. Усилитель 750? Нет, 450 усилитель, 750 пар. 1 100 000 получается. Да. А вы сами трансформаторы монтали? Все сами делали. Все сами. Вот этот усилитель, все, кроме ламп, сделано все сами. Железо валяли. И корпус. И корпус. Все целиком. И терминалы сами точим, и шипы сами точим. Ну, схемы. Схемы все классические. Схемы все классические. А динамики? Ну, динамики эти иностранные. СИС. А это Малиновского? Пищалка Малиновского? Какого Малиновского? СИС, XS. А СИС? Зачем нам пищалка Малиновского? Ну, мало ли. Нет. Чувствительность колонны какая? Серег, какая чувствительность колонны? 93-94. Ну вот эти вот не очень чувствительные, а вот типа чувствительные оранжевые. Все одинаковые динамики, да? Не, там итальянские и эти, и корейские. А название не скажешь? Файтал. Файтал. И Фаунтек. Фаунтек и Файтал. А здесь? А здесь XL. Ой, CZ XL. А мощность усилителя? 8 ватт. Вот, а чувствительность кого? Чувствительность колонки? Такой. Ну, и то, и другой. Вы же с одним усилителем гоняете. Значит, чувствительность здесь 93-94, здесь 91-90. И справляется такой слайд? Ну, Сереж, включите. Сереж, сделай погромче. Сейчас справится. Так, что вы хотите послушать? Давайте мы сегодня еще...